Сегодня Элли нашла странное место в нашем лесу. Кладбище домашних животных. Здесь хоронят питомцев и навещают их. В этом нет ничего страшного. Совершенно естественно. Как сама смерть. Весь город пользуется им уже много лет. Сделали из этого настоящий ритуал. Это не просто страшные сказки. Я видел такое сегодня. Это предупреждение. Местные племена вырезали этот знак, прежде чем исчезнуть. Они боялись этого места. Там что-то есть. Какое-то древнее зло. Эти леса принадлежат не нам, а ему. Этот кот ведь умер. Оно возвращает мертвецов. Тёрч! Я знаю, что вы задумали. Но они возвращаются иными. Папа. Луис, что происходит? Обними дочку. Не стоило вам показывать это место. Ваша дочь не единственная, что вернется. Граница пала. Нам дали второй шанс. Порой лучше умереть.